Паш, условное поражение в этом матче в любом случае отправил бы ваш команду в следующий раунд. В связи с этим, какая была основа команды на эту игру? Мы поставили себе задачу пробовать все, что мы не пробовали в предыдущих двух играх. Это всевозможные ауты, угловые, пятый полевой. Мы все попробовали, но далеко не все получилось. Я не всем доволен. Есть над чем работать еще. На счету Максима Онищенко, Ксения Дубль, голевая. Что скажешь о его игре в действии сегодня? Ну, Макс хорош, он капитан все-таки нашей команды, он должен тянуть нас, но все равно мы можем лучше. Я уверен, что каждый, и Леня Белов, и Леша Романов, и Макс, мы... Да и я сегодня мог забивать, я думаю, мы должны были сегодня как минимум 10 футболов. 100% показатель набранных очков по итогам группового этапа. Как оценишь выступление команды? Опять же, недоволен. В том плане, что играли мы плохо. По результату, конечно, команде предъявить ничего не могу. Потому что 9 очков – это то, чего мы и хотели. Но плей-офф. Как можно дальше будем стараться продвигаться. Вот в преддверии плей-офф кого бы предпочелся цепить? Ой, у меня нет предпочтений, по крайней мере, я знаю, что я точно не хочу играть с МЧС и с Мафией, потому что эти команды, я считаю, на голову выше всех в этой лиге на данный момент. Но с учетом того, что мы с первого места, нам достанется команда со второй позиции, поэтому, возможно, нам попадется соперник, с которым мы можем играть. И надеюсь, мы сделаем работу над ошибками и сможем пройти дальше.